Заранее замочите желатин в холодной воде. Просейте какао, чтобы избавиться от комочков. В кастрюле с толстым дном сварите сироп из сахара и воды до температуры 103 градуса. Добавьте просеянный какао-порошок и хорошо перемешайте. Варите на среднем огне 1-2 минуты, постоянно помешивая. Параллельно в другой кастрюльке нагрейте сливки. Когда сливки начинают закипать, добавьте желатин и размешайте до его полного растворения. Влейте сливки в сироп, хорошо перемешайте венчиком и варите на небольшом огне 1 минуту. Пробейте шоколадную глазурь блендером. Накройте пищевой пленкой так, чтобы она прилегала к поверхности глазури, и уберите в холодильник на сутки. Перед использованием разогрейте глазурь до 30 градусов. Перед покрытием глазурью торт должен быть хорошо заморожен, чтобы получить идеально ровную и глянцевую поверхность. О том, как правильно собирать муссовый торт, я рассказывала в одном из своих видео. Если вы используете эту глазурь для незамороженного торта или покрытия других десертов, рабочая температура будет ниже, примерно 20 градусов. Готовьте с удовольствием и делитесь вашими впечатлениями в комментариях. До новых встреч!